Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и это видео только для девушек. Поэтому, парни, мужчины, не смотрите это видео, посмотрите что-то другое. Девушки, хочу быть для вас предельно полезным, откровенным и честным. Как мужчина, как консультант, как человек, который работает 10 лет с невротическими расстройствами. Мне достаточно больно видеть, что практически 99% невротических расстройств имеет определенную природу. И я имею в виду женские невротические расстройства. Я бы хотел вам рассказать без мужчин очень честно и прямо, почему у вас возникают эти проблемы. Мы будем честно и прямо говорить о вашей самооценке, о том, как вы попадаете в зависимость. В зависимости от обстоятельств, где вы не видите выхода, в зависимости от мужчины, в привязанность, в чувство ревности, в постоянные срывы, в постоянные эмоции. Почему вы не можете себя контролировать? Почему вам попадаются одни и те же мужчины? Почему они вами манипулируют, а вы потом сидите и говорите, что я была такая за дура? Как сделать так, чтобы вы не расстраивались так сильно из-за разных мужских поведений и особенностей? Я скажу вам те секреты, которые вряд ли вам расскажут мужчины в своей жизни. И мы поймем, кто это такие мужчины, почему они делают определенные вещи, что ими движет, какие у них мотивации, какие у них инстинкты и как правильно с ними выстраивать отношения, чтобы выстраивать их максимально эффективно. Мы поговорим о том, почему вам изменяют, почему появляются любовницы. Мы поговорим о том, почему феномен Кристиана Грея так зашел большинству девушек в нашей стране в том числе. Мы поговорим о том, как вам стать действительно самостоятельной личностью, которую уважают, с которой советуются, а не которые помыкают. За 10 лет своей работы мне очень больно видеть достаточно интересных, образованных, неглупых девушек, которые считают себя полным ничтожеством и позволяют собой вести себя определенным образом. Я хочу быть с вами предельно откровенной как мужчина и как ваш консультант. Я подскажу вам и покажу за эти 3 дня, как и что вы делаете, что вы сами приводите себя к определенным проблемам. 3 дня онлайн-интенсива только для девушек 26, 27 и 1 числа. Зайдите на этот сайт, прочитайте все темы, и я просто не хочу сейчас их перечислять. Просто зайдите на сайт и прочитайте, и вы увидите, что эта программа подготовлена специально для вас. Там не будет мужчин, и я смогу очень честно и предельно откровенно рассказать вам и о сексуальных аспектах, и о физиологических аспектах, и об эмоциях, и о чувстве неполноценности, и о том, как сделать так, чтобы вас уважали. Как сделать так, чтобы вы могли думать и стратегически, и в то же время отстаивать собственные интересы, и в то же время не попадать в ситуацию тупика и безвыходности и обреченности, чтобы вы не теряли время. Девушки, а ваше время одно из самых главных, потому что вы понимаете, что все-таки с годами многое меняется, и физиологически, и так далее. Как не делать так, чтобы брать хоть что-то, чтобы было? Как не вестись на манипуляцию родственников? Вам уже пора жениться. А что, ты не замужем? И так далее. Почему возникают паники и неврозы после рождения детей? Почему возникают кризисы среднего возраста? Почему вы не можете выйти из сложных отношений? Почему вы разрешаете с собой так себя вести? Я расскажу вам об этом всем очень подробно. Просто сейчас перейдите на сайт, прочитайте программу. Я сделал этот онлайн-курс максимально доступным по стоимости. Любая девушка в Российской Федерации может себе это позволить. Если ты не сможешь участвовать онлайн, ты сможешь смотреть в копии, в специальном приложении, которое можно открывать из телефона, из компьютера. Копии будут доступны еще 2 недели после окончания семинара. Поэтому тебе ничего не мешает. Просто выдели 3 дня по 3 часа и просто внимательно посмотри, осознай и пойми. Мы дадим конкретные инструкции. Я расскажу все честно, не скрывая, откровенно. Твоя задача будет это услышать, задуматься
и применять. Увидимся на закрытом женском онлайн-интенсиве. Мужчины, для вас будет отдельный мужской, честный, откровенный семинар. Не приходите на семинар для девушек. Это очень важно, потому что я там буду говорить то, что вам знать нельзя. Потому что то, как вы ими манипулируете, порой осознательно или несознательно, вызывает у них серьезные проблемы. Я хочу рассказать девушкам все подводные камни, которые либо помогут им выйти из невротического депрессивного состояния, либо предупредить это состояние, чтобы они не разбились морально о ваши манипуляции, чтобы они смогли выстроить себя как личности, с которыми вы будете выстраивать партнерские уважительные отношения, а не тащить козу за собой на веревочке. Девчонки, увидимся на онлайн-семинаре. До встречи!